Во Владивостоке стартовал 4-й дальневосточный строительный форум «ДСФ Диалоги-2021». Это главное деловое событие в строительной отрасли в регионе. Мероприятие позволяет установить полезные контакты между собственниками, руководителями бизнеса и подрядными организациями. А это, как следствие, новые совместные проекты и взаимовыгодное сотрудничество. Самое ценное – это информация в бизнесе. Это 80% успеха. 3 дня динамичной работы. Сегодня панельная дискуссия, пленарное заседание. Каждый год мы проводим круглые столы, но в этом году у нас будет презентация проектов и будут присутствовать заказчики, которые хотели бы найти застройщиков на свои объекты. То есть реальные заказы уже будут поступать для наших участников форума, что очень приятно. 4-й год подряд на площадках форума встречаются представители компаний-застройщиков, проектных финансовых организаций, подрядчики, представители власти, науки и образования. Одна из ключевых тем, которую обсудили участники – цифровизация в строительстве. Со слов экспертов, новые цифровые технологии BIM – это реалии сегодняшнего дня. Наш совместный проект, который сегодня-завтра будем представлять, он даст возможность всем жителям региона пользоваться услугами цифровых данных, сделает вообще цифру более доступной для жителей, для предприятий региона и, ну, в целом повысит уровень жизни в регионе достаточно существенно. Мы хотели найти здесь партнеров для того, чтобы дальше наши материалы воплощались в объекты. Мы хотели бы найти партнеров в лице, возможно, что администрации, да, правительства, для того, чтобы в самом деле формировать облик будущего. Дело все в том, что мы сейчас все ударились в стандартные постройки. И города стали как бы без не мужские, не женские, юнисекс. Все одинаковые. Куда ни приедешь, везде одинаковые постройки. А надо строить так, чтобы это осталось в памяти у людей, чтобы это составляло культурную ценность. В настоящее время строительная отрасль задает темп экономического роста для всего региона. Поэтому в рамках форума в первую очередь были рассмотрены вопросы, связанные с перспективными направлениями, которые бы способствовали улучшению инфраструктуры Дальнего Востока. Олег Завьялов, Ирина Шилина, Алина Черненко, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.